что? Нафига ж так пугать? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, мой сын Ярик. Сегодня мы играем в FNAF Help Wanted. Ярик не сможет говорить, потому что он будет сегодня играть в VR, а я буду комментировать и веселиться, и угорать, как он будет проигрывать. Все просили, чтобы мы, если будем играть в сюжетку, мы играли в FNAF 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас VR FNAF 3. Поехали! Так, Ярик внимательно смотрит. Кстати, сейчас будет что-то интересное, потому что FNAF 3, она интересна тем, что все происходит внезапно. Сейчас, в принципе, это и произойдет. Надеюсь, что мы, ребята, пройдем две ночи. Опа, балун бой. Надеюсь, Ярик помнит, что здесь делать надо. О, прям на ухо подлажут до правой. В правой стороне идет звук. Это очень круто. А стакан с водой можно взять? Все идет четко, не тормозит. Аудио. Выключай телефон, Ярик. Да, то он много болтает. Давай сюжеточку нам. А что ты делаешь? Систему перезагружаешь? Так. Внимательно. Никого не вижу. Никого не вижу. Никого нету. Так, надеюсь, Ярик затащит. Ну, Ярик хорошо играет первые две ночи. Третьему уже не знаю, как оно будет, но должно быть четко все. Внимательно. Все. Я забыл, что уже в FNAF 3 надо перезагружать системы. Ярик, внимательно смотри, никого нету. Ярик махает, что нету. Хорошо. Я сам переживаю за Ярика, потому что я же тоже скринер поймаю. И сижу возле монитора. Внимательно. Не спеши, смотри на экран. Клацаешь камеру, на экран не смотришь. Мне кажется, кто-то, Ярик, сейчас придет, тебя и убьет. Вот чувствую. Но темно, ничего не видно. Если вы хотите, чтобы мы в следующий раз записали FNAF, а мы его так, в принципе, запишем, потому что мы эту игру сегодня купили, именно на компьютер уже в Steam. Какую часть нам поиграть? Мне кажется, Sister Location, может? А тут есть Sister Location? Я уже не помню. А, нету Sister Location. Первые четыре части точно есть. Вот я фантазер. Может, четвертую попроходим? Четвертая вообще жесткая. Четвертая вроде бы фонарик есть. О, точно! Четвертую это, часть мы будем проходить следующую. Ярик, ты прошел первую ночь вообще на изи. Мне кажется, это было настолько просто, насколько это возможно. Красавелла, брателла, молодец. А ну, Ярик, давай приз посмотрим, что там у тебя будет. Ну-ка. Об голову. Взять приз. Нажимай кнопку. Тебе шарик просто дали, классный сюрприз. Это зарплата, короче. Давай, вторую ночь. Ребята, сейчас уже такой лафы не будет, как у Ярика было в первую ночь. Блин, я уже хочу, когда мы будем следующий ролик записывать, когда мы будем играть, а Ярик будет играть в FNAF 4. Мне надо фонариком плюс трапа выслеживать. Там вообще круто. Так, выключай этого сразу. Охранника мертвеца. Так, ну что, Ярик, сейчас будет намного жестче. Сейчас, ребята, уже просто так все не пройдет. Я вам скажу, что когда играете в VR, атмосфера там очень нагнетающая. Все так темно, все так как-то, знаете, страшно. Просто страшно. Но Ярик молодец. Он знает, что батя рядом, все будет хорошо. Балун бой. Никого не вижу вообще из аниматроников. Есть там уже кто-то? Так, отлично. Ярик молодец. Сейчас вторую ночь, если пройдет наизично. Но если проиграет, его горну. О! О, выглядывал из-за угла. Видели?
Спринтрап. Ах ты! Ярик, а чё ж ты не с этот, ничего не сделал? Надо же проверять систему. Ярик проиграл. Ты проиграл? Нет. А, он чуть не задохнулся. Отлично. Ярик затащит. Надеюсь, ребята затащат. Хотелось бы, чтобы все-таки третья ночь была. Третья ночь, конечно, очень тяжело пройти. Начинается прям весь страх и ужас. Опять ночей с Фредди. Hello. Слушаем внимательно. Где-то ходят эти чилипиздрики. Прихотят убить Ярика. Ярик, страшно там? Понял, понял. Очень стрёмно. В следующий раз мы, когда будем записывать, мы придумаем Ярику микрофон. Чтоб мы его слышали, что он говорит. Тихо. А не психуйте. О! Вот это трындец! Так и обосраться можно. Смотрите, там Фокси. Крестом. Ой, убили. Убили Ярика, не убили. Прочищай, прочищай систему. Что там надо делать? Да-да-да, нормале, нормале. Пойдет. Блин, классно наблюдать, когда ты не играешь. Может, мне в следующий раз поиграть? Это, конечно, будет очень страшно. Это будет очень стрёмно. Ярик, внимательно. Hello. А эти звуки ты нажимаешь, делаешь? Во чтоб они тебя не мочили? Молодец, Ярик. Систему прочисть. Систему, Ярик. Надо успеть вовремя отвернуться, что ли, и руки подставить? Ты что? Что-то я уже сомневаюсь, играть ли вообще в третью часть или нет. Тё, я думал, ты проиграл уже. Оно как так все так темнеет. Вот это слился. Так, молодец, Ярик, тащишь. Красавчик, красавчик, мне нравится. Мы можем, кстати, сделать стрим. Шлем держит 4 часа. Мы можем смело часок какую-то игру прикольную постримить. Ярик, как ты можешь стрим поиграть на FNAF на стриме с вебкой? Чтоб все видели, как ты играешь. Так что, ребята, давайте. Если этот стрим наберет... Если этот ролик наберет 2000 лайков, то мы сделаем стрим с вебкой и именно эту игру. И мы будем писать... Будете писать на стриме, какую часть, какую ночь, что играть. Может, Ярик к этому времени попроходит ночи уже все, и можно будет на стриме выбираться. Что это? Что это? Тихо, тихо, тихо. Даже я боюсь. Да, нормале. Так лампочка мерцает странно, как будто огнем горит. Не слева, которая вот это, да, видишь вверху? Она очень странно горит. На потолку, посмотри на потолок, там прям так все штукатурка, все так обдерто. Ну что, ребята, сейчас будет эпик. Третья ночь части FNAF 3. Ну что ж дадут подарок? Интересно даже. Воу, прикольно, Ярик, тебе выпала тема. Она там работает, наверное, игрушка с динамиком? Хорошо, давай продолжаем, Яруська. Третья ночь. Ну что, ребята, сейчас будет намного, намного сложнее, потому что... Предпоследняя ночь получается в этой части. Всего 4 ночи, но вот тут 5. Ой, там такие звуки прикольные. В этой части вообще Hellfanted очень много приколюх, которые можно... Кстати, мы можем рубрику сделать, где Ярик будет чинить аниматроников.
Так уже надо по-любому микрофон тебе, Ярик, туда, по-любасу. Ну что? Сейчас будет эпик. Ярик, hello. Выключай. Отлично. Я уже слышу, как они, кстати, по карте ходят. Реально прям слышно. Слышите, по вентиляции кто-то этот идет? Йоу, прикол. Hi. Смотрите, он прям за камеру как будто прячется. Он стоит, шевелится. Да-да-да-да-да. Живой, значит. Не-не-не, сейчас он тебя убьет, будешь так долго смотреть. Исчез. Кстати, исчезает, когда идет помеха на карте. Проверяем аудио. А справа что за кнопки, Ярик? Вот это да. Вот это да. Hello. Это что за кнопки вообще? Ошибка видео. Это вентиляция, что ли, чекать? Так, а что ты не чекаешь ее? Ого, глаз, сейчас что-то будет. Надо вовремя, ребята, отворачиваться, да? Чуметь. Что-то такое там происходит, как будто по вентиляции кто-то лазит прям. Так, осторожно, Ярик. Переключай камеру. Ой, что-то случилось. Ах ты! Это на основной камере, я понял. Так, переключай, молодец. Молодец. Что жесть? Не, не жесть. Опа, потемнело. Это что? Я думал, скример поймал. Кстати, в этой части чем прикольно, что скримеры ловишь. Hello. По сути, они убить-то могут, но почему-то Ярика не убили за две ночи, значит, хорошо играет. Ах ты, блин! Да ну нафиг так скример кидать. Ты чё, сумасшедший, что ли? Ребята, мне кажется, VR надо играть с вебкой, так неинтересно. Поэтому давайте, поддержите нас, чтобы у нас был стимул больше стараться, потому что надо освещение выставить, куча всего. Да, если что-то получится, наверное, ребята, завтра мы сделаем стрим по ФНАФу, потому что все настроено у нас, ОБС-ка настроена. Все у нас по красоте. Ты чё? Мне показалось, там кто-то на камере был. Тут глаз задрал. Сейчас Ярик пройдет, и будет красота. И... А, все прошло. Ты что? Нафига ж так пугать? Все, это мы проиграли. Ребята, это мы проиграли. Это было 100%. Уже спринтрап не простил нам таких ошибок. Ярик в шоке. Он за сердце держится. Ярик, да все нормально. Если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжение прохождения по ФНАФу в VR, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на наш Дискорд. На всем отличного настроения. И всем пока.